Порталы, порталы, больше порталов. С вами Король Порталов, и сегодня мы продолжим прохождение спора. Нам тут какие-то дары принесли, причем в количестве 2 штуки. 2 штуки. Ну ладно, нам пора переходить на этап цивилизации. Дружелюбие. Смотрите, какие дружелюбные, на самый верх ушли. Основатель, завершите это племя. Нам надо домики. Домики, да, домики. Замечательно, теперь это называется октолог, морковный пирог. Готово. Мы будем жить в огромном морковном пироге. Это что? Это наземная техника. Вот такой вот пучок репы, осталось ему только добавить религиозное воздействие. Вот оно, религиозное воздействие. Что с морковным пирожком стало? Морковный пирожок не может быть таким большим, каким мы его сделали. Вот так вот будут выглядеть наши горожане. Они будут в колпаках и с бабочками. В общем-то, поскольку он там глючно отображается, мы уберем из октолока морковного пирожка все модовые части. Все, теперь вот так вот будет выглядеть октолог. Надеюсь, это не глючно отображается. Да, оно нормально отображается теперь. В общем, это завод. Завод я сделал в виде огорода. Тут типа картошечка какая-то, я не знаю. Ну, типа растенецы разные. И вот тут зеленая травка растет. Как развлекательный центр я решил сделать небольшой вот такой вот аттракцион скалолазанье, где ты забираешься к самоцвету. И в итоге дом — это у нас огромное дерево. Древодом 3000, я его так назову. Так, пока что пусть город недовольным побудет, это мне не важно. Так, мы захватываем. Тут появился какой-то новый город. Желтые слишком успешные, мы будем их атаковать. Что-то у нас не особо успешное. Приложение принято. Ой, да ну, нас сейчас уничтожат. Что нам делать с гигантом? На нас гигант напал. Что нам делать? Как убрать гиганта? Почему у нас гигант в городе появился вообще? Все, вот это наша новая морская техника. Давайте водофлай убить их. Доход повысился. И что нам делать? Вообще, нам нужно подкопить монеток, купить защиту. Нам нужно 5200 спорлингов, и нас тогда не уничтожат. Так, все. Этот желтый сейчас уберется отсюда. Все. Его тут больше нету. И гигант ушел. Нам нужно постепенно восстанавливать наш город, я думаю. 2400 в минуту. Все, мы накопили. Нам нужна военная помощь. Город Шоперодейн. Что за сложное название? Все, наши 9 машин отправляются захватывать желтых. Почему тут постоянно кто-то орет? Скрит-атой, скрит-атой. Да, это наш город. Почему синие нас продолжают пытаться захватить? Так, синие, не захватывайте там это. Так, стоп, а чё? Почему? Все, они перестали захватывать этот город. Желтых вот прям серьезно нужно уничтожать. Все, что вы нам сделаете? Мы вас обращаем в веру. Почему все говорят, что у нас слишком большое государство? О, смотрите, самолетик летит. Это Летофлор. Все, они захвачены. Чего у нас за название у всех городов? Салосроль. Нормально, они решили захватить один источник пряности, когда мы их уничтожаем. Это прекрасная идея, синее государство. Мы скоро сможем активировать пришествие Месси, так что не надо тут. И активировать пришествие Месси. Орём по все концы планеты. Ор на всю планету. На наш город напали? Вы серьезно? Мы всех захватили. Громовержец завершили меньше, чем за час. Ну, в общем-то, ладно. Миссионер. Ну, в общем-то, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. А с вами был я, Portal King. Всем пока.